Сейчас мы находимся в Жилосу, Карачаево-Черкесия. Сегодня 25 июня 2024 года. Высота примерно 2500 над уровнем моря. Где-то с 200-300 мы поднялись пешком. Заняло у нас это, наверное, минут 40. Хотя, в целом, по отзывам людей, достаточно легкий маршрут. Но дался нам он не очень легко. Могу сказать, что определенное кислородное голодание уже присутствует. Поэтому, кто пойдет, прямо имейте в виду. Мы поднимались с двумя детьми. 8-10 лет физически несложно. Но вот дыхание, конечно, прям не хватает. По самочувствию чувствуется, что воздух разрежен. Нагрузки, которые на обычной высоте не воспринимаются, здесь возникает легкая одышка. Кто будет подниматься с собой, берите воду, одежду, какой-нибудь прям легонький перекус или хотя бы конфеток, чтобы восстановиться после подъема. А вот там у нас Эльбрус. Когда начинали подъем, облаков еще не было. Вот там ущелье. Там вот вдали базовый лагерь, о, очередные суслики. Здесь прям очень много, никого не боятся. Безобидные контактные зверушки. Прям сорок можно кормить. Местные на лошадках ездят. Еще один сус. Здесь еще все перерыто норами сусликов. А кушать прям надо брать. Потому что столько поднимитесь, кушать будет хотеться. Ну и ветерок, еще раз повторю, что ветровочки обязательно. Микрофона у меня с собой нет, поэтому было достаточно ветрено, шумно. Вот там вот базовый лагерь, можно в долину спуститься или свою палаточку поставить, или там арендовать и оттуда совершать выходы, пешие прогулки. Стартовали мы из Кисловодска, там 80 с чем-то километров, полтора часа. Дорога отличная, на любой машине проехать, но при условии, что она технически исправна, и в плане двигателей, особенно в плане тормозов.
Раньше я, конечно, в Альпах не бывал, но тут вид прям как в них. Местные здесь на лошадках ездят, поэтому ходить надо прям аккуратно-аккуратно. Все так подзаминировано. Пешком где-то чуть меньше 3 километров. Идти подъем метров 300 на эти 3 километра, то есть у кого более-менее с физухой норм, никаких проблем не должно быть. Еще один сосен. Они прям здесь везде, как только ты останавливаешься, они начинают вокруг тебя целую компанию собираться. Бегают, прячутся. Возьмем туда до краешка. Он побежал. Здоровые такие. Блин, водошку даже больше. Кабаны бегают. Мы, к сожалению, еды не взяли. Покормить их нечем. Ух, мать моя. Я не очень люблю, ну там в ущелье прям река. Ух, для меня, для человека, который боится высоты, прям страшно. Ну, суслики ко мне бегут. Не знаю, что там вам еще показать. До туда. Ну, ребят, блин, это горы, это, конечно, просто восторг. Ни с чем не сравнить. Как там? Высоцкого, да, лучше. Горы могут быть только горы. Те, в которых ты еще не был, но это у нас так, не горы. Средней полосы России, это прям ух. Один рука трясется, телефон дергает просто. Ветер дует. Такое ощущение, что он там тоже как подъемчики есть, можно еще немножко повыше. Вот как-то так вот. Больше пока не знаю, что вам рассказывать. Потом в обратную сторону пойдем. Вперед-то было как-то не до рассказов. Все шли, пыхтели. Обратно пойдем. Попробую обратную дорогу снять. Хотя тоже 40 минут. Ну, обратно, наверное, должно быть существенно быстрее. Как там лозунг? Отдыхайте на курортах Краснодарского края. Пойдем немножко полежим на травке, подышим полчасика и...